Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова. И сегодня наше командное задание это было снять видео о том, на что мы готовы в этом чемпионате мира по бизнесу. Знаете, я не знаю, чего ожидать от чемпионата мира по бизнесу. Не знаю, что там конкретно будет, но я знаю, что лично я смогу прокачаться. Дело в том, что у меня немножко хромает не то, что эффективность моей работы. Это не то, что хромает, она чуть-чуть, она очень хромает. Я хочу этому научиться. Хромает она по той простой причине, что у меня есть дочь. Ей уже скоро будет 5 лет. Дело в том, что она всегда возле меня, на садик не ходит, ничего. В общем, короче говоря, чтобы это все понять, нужно знать меня от и до, чтобы понять нашу ситуацию. Но это не тема данного видео, не тема нашей работы. Дело в том, что я знаю и верю в то, что я смогу прокачать свою эффективность, и распорядок и режим дня. Даже с ребенком, даже в таких жестковатых условиях для меня, я смогу в процессе всего добиться. И не знаю, чего ждать, но я буду идти до конца. Вот, просто буду идти со всех моих сил, если меня вдруг там не дисквалифицируют. Но я как по правилам поняла, что это грубые там какие-то нарушения будут. В общем, ребята, я думаю, что на меня вы можете положиться вполне. Я буду идти до конца в любом случае. И еще одно скажу, что, я такой человек не особо креативный, не любитель таких резких каких-то экспериментов, но если я иду на этот чемпионат, я готова к креативности или хотя бы научиться это делать. В общем, я ожидаю полного выхода из зоны своего комфорта. Всего доброго, буду рада послушать вас, что вы хотите от этого чемпионата. И будем роднее немножко, команда.